Привет, YouTube! Приветствую сообщество! Те, кто постоянно смотрит мой канал, знают, ну, я, можно сказать, немного избалован возможностью знакомиться и изучать хорошие и интересные ножи. Я ножи точу, реставрирую, коллекционирую, тестирую, снимаю у них видео, меняю, продаю, ну и так далее и тому подобное. То есть через мои руки проходит довольно много ножей. И при таком изобилии, ну, хочешь не хочешь, а тянет каким-то очень особенным. Ну и в последнее время все больше и больше тянет каким-то кастомом, сами-кастомом, мютеком, ну или простыми словами, мастеровым ножам. То есть ножам частично или полностью сделанными руками мастера. Что в свою очередь позволяет сделать гораздо более качественный во всех отношениях нож, нежели в серийном производстве. Что я имею в виду? Ну, это могут быть там материалы, которые по разным причинам не используются в серийном производстве. Это могут быть конструктивные решения, которые в серийном производстве или невозможны, или значительно повышают стоимость производства, ну и поэтому не используются. Ну и, конечно, самое главное – это филигранная работа мастера. На сегодняшний день по-прежнему она во много раз лучше любой серийки. Так вот, сегодня именно о таком ноже мы и поговорим. Итак, спасибо замечательному мастеру Роману Теренько. У меня появился один из его ножей, причем это прототип, модель Viator. Ром, тебе привет за нож. Огромное спасибо, очень порадовал, ну, получаю огромное удовольствие от использования. Ну, я думаю, что и по фото, и по видео уже видно, что нож очень особенный и очень интересный. Ну, поехали. Ну, я думаю, понятно, что у нас сегодня, не побоюсь этого слова, шедевр. Так, давайте, как всегда, просто покажу нож поближе в части видео. Как видно, очень красивый фиолетовый карбон, анодированный титан, очень красивая клипса и больстеры из Тимаскуса. Клинок из М390, и вот на клинке, что самое интересное, шикарный ручной сатин. Постараюсь еще показать его подальше немножко. О, так вот, наверное, видно. Очень красивый нож. Да, и просто шикарнейшая механика. Ну, просто бомба. Я думаю, что это лучшая механика, которую я когда-либо встречал на ножах. Тут керамические подшипники в латунной обойме.
А под подшипниками стальные шайбы, которые защищают титан от выработки. Ну, конечно, главное не это, главное это очень высокий уровень подгонки всех деталей, ну и, конечно, их высочайший уровень изготовления. Я думаю, что на сегодняшний день это один из лучших ножей, которыми я пользовался. Нож уже в пользовании больше месяца, очень доволен, ну, просто во всех отношениях. Так, по характеристикам, ну, на мой взгляд, это оптимальный EDC нож. То есть нож на каждый день, ну и практически на все случаи жизни. Длина клинка 9 сантиметров, ну почти 9, чуть-чуть меньше. В сложенном состоянии 12, вес 132 грамма. Ну, то есть, в общем, классика EDC жанра. Ну, само собой главное, все-таки мы говорим о ноже на клинке М390 и сведен нож в 30 сотых миллиметра. Ну, а самое главное, конечно, не могу успокоиться, это просто филигранная слесарка, вот просто все идеально. На мой взгляд, как для карманного ножа, ну, это опять-таки оптимум. То есть, как говорят, нож и функциональный, и для эстетики. Все-таки дизайну нужно отдать должное, нож не просто красивый, еще раз повторюсь, это такой шедевр. Ну и у меня, как я уже говорил, прототип. Давайте еще раз покажу. То есть первый нож этой модели. На самом деле у Романа очень много интересных моделей. Под видео размещу ссылку на его ресурсы, Инстаграм. Вот посмотрите, очень много интересных работ. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения там, материалов, ну и главное изготовления. То есть его ножи однозначно конкурируют с очень многими известными найфмейкерами. То есть, как говорится, вот очень рекомендую. Мне, в принципе, очень приятно наблюдать, как украинские мастера вот в плане конкуренции дают, ну, таки серьезного пинка очень-очень многим, ну, скажем так, мягко заевшимся найфмейкерам. Почему говорю мастера? Потому что впереди еще несколько обзоров кастомных ножей. В этом году я изрядно обновляю коллекцию, поэтому покажу еще десяток, может быть, другой обновок. Ну вот, наверное, на чем больше хочу сделать отдельный акцент, хочу обратить ваше внимание на работы локальных мастеров в принципе. Вот, очень много интересных ножей и частенько не намного дороже серийки. Ну а по качеству и материалам, если сравнивать даже с очень хорошим серийным ножом, ну на порядке лучше. Ну и само собой по материалам, по изготовлению, подгонке. Ну то есть самое время для перехода коллекции от количества к качеству. Буквально за цену двух, может быть, трех серийных ножей вы можете получить, ну, вот такой вот буквально шедевр от локального мастера. Причем вы можете заказать буквально уникальный нож. То есть вы можете выбрать элементы дизайна, материалы, какие-то особенности конструкции, сталь, там, сведения, ну и так далее. Ну и что еще опять-таки важно, в случае с локальным мастером вы всегда при желании или при необходимости можете освежить там внешний вид ножа, там, подправить сатин, повернуть возможные царапины и так далее. Ну и опять-таки поддержать внутреннего производителя. Кстати, очередной раз приглашу к сотрудничеству подобных производителей. Кому интересно, чтобы я познакомил сообщество с вашими ножами, пишите на email ys.sharpening@gmail.com, обсудим. Так, ну на этом, наверное, буду финишировать. Роман, еще раз спасибо за великолепный нож. Всем спасибо за просмотр. Всем интересных и острых ножей. Ну и, конечно, мира и гармонии. Пока!